Добро пожаловать в Церковь Движения. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Церковь Движения существует для того, чтобы превращать моменты в движение. И мы очень рады, что вы присоединились к нам на этом пути. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, что Церковь существует не только для вас, но и для ваших соседей, друзей и людей во всем мире. Разве не чудесно, что, несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас? Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас. Благодаря вашей щедрости мы можем делиться этим посланием надежды с людьми во всем мире. Мне не терпится начать сегодняшний выпуск, потому что мы продолжим с того, на чем закончили на прошлой неделе. На прошлой неделе мы говорили о том, что происходит в мире, и как тяжело понять, что значит быть последователем Христа. Мы видели множество разных случаев в наших лентах, в соцсетях и в новостях, когда люди использовали имя Христа, чтобы оправдать что-то. По правде говоря, мне уже надоело листать Facebook. Каждый раз, когда я открываю его, то вижу противоборствующие стороны. Люди спорят друг с другом. Иногда я не понимаю, как они могут говорить такое или верить в такое. А в других случаях я не вижу смысла в их спорах, ведь они ничего не меняют. Каждый желает поставить точку в споре. И тогда я задумался, неужели последователи Христа должны реагировать так? Неужели мы не можем посмотреть на другого, как на последователя Христа? Библия говорит о том, что в нас должны видеть последователей. Я пытался понять, что это означает и как нам жить, следуя за Иисусом. Как наша жизнь может что-то измениться? Можно ли сделать это через агрессивные посты на Фейсбуке? Или нам нужно нечто большее, нечто иное? Последние несколько недель я изучал слова Иисуса. Я изучал Евангелие от Матфея, 5 главу. Пытался понять, что Он говорил и что делал со своими учениками, последователями. Он собирает их, вводит от толпы, садится с ними, начинает учить их о том, что значит быть последователем Христа, как жить в Царстве Божьем и как это Царство работает. 5, 6 и 7 главы — это учения Иисуса, которые могут изменить мир. Это не просто проповеди, это лучшие учения в мире. Иисус сел со своими учениками и разложил для них манифест, призвание, учение, цель, отношения и черты характера, которые должны быть у последователя Христа. Он говорит им, вот на что вы подписываетесь в начале этого служения. А вот что значит быть моим последователем. А вот как люди будут отличать вас от тех, кто не следует за мной. А вот на что вы отдаете свою жизнь. Друзья, если мы примем учение из Матфея 5 главы, то увидим, как изменится мир. В это время, когда царит смятение в отношении того, что значит быть последователем Христа, последователь Христа — это политическая партия. Это то или это? Это тот, кто прячется под камнем? Или это тот, кто полагается на Христа? В ближайшие недели мы разберем эту тему и поймем, что значит быть последователем Христа и что Иисус хочет для своих последователей. На прошлой неделе мы читали Матфея 5 главу 1 и 2 стихи. Вот насколько далеко мы продвинулись. 1 и 2 стихи. Сегодня мы не продвинемся намного дальше. Я планирую сегодня дойти до 6 стиха, 5 главы. Мы посмотрим на блаженство. В самом начале своего учения Иисус говорит, есть пара важных вещей. И начнем мы с 3 стиха, где сказано, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я должен остановиться, прежде чем перейдем к теме. Слово «блаженное» или «благословенное» может казаться странным, оно может казаться слишком христианским, слишком духовным. Это может быть похоже на способ поскорее закончить разговор. «Ну, знаешь, безопасные дороги, пусть Бог благословит тебя». Когда кто-то много говорит,
«Пусть Бог благословит». Или когда кто-то надоел, то говорят: «Боже, благослови его душу». Ведь так? Мы использовали слово в разных значениях. Но какое значение использует Иисус, когда говорит «благословен»? Словарь говорит, что «благословенный» — это принявший радость, счастье и довольство. Но Иисус использует греческое слово «маркео», которое говорит о счастье или блаженстве, которое находится внутри. Это слово подразумевает, что настоящая радость не приходит из какой-то внешней ситуации, потому что все мои проблемы исчезли. Она не приходит благодаря тому, что у меня достаточно денег для того, чтобы быть счастливым. Настоящая радость не приходит потому, что у меня есть правильный партнер, парень или девушка. Настоящая радость не приходит от какой-то внешней ситуации. Она берет свое начало внутри человека. Вот почему Иисус говорит «благословен». Настоящая радость приходит к тем, кто нищ духом. Разве это не похоже на оксюмерон? Я получу настоящую внутреннюю радость, когда я нищий духом? Наверное, Иисус что-то напутал. Я буду благословен и радостен, когда я богат духом? О, да. Но нет. Иисус учит нас пути, который идет вразрез с культурой. Мы получим настоящую радость, когда мы нищие духом. Вы можете подумать, возможно, у греческого слова «нищий» есть другое значение. На самом деле «нищий» означает «богатый». Это один из тех принципов, когда последние станут первыми? Опять же, нет. Если посмотреть на греческое слово, переведенное как «нищий», то оно рисует нам картинку бедняка, который сидит на улице и понимает, что без помощи других у него нет ничего для того, чтобы позаботиться о себе. Он бедняк, который осознает, что своими силами он не может ничего сделать, дабы исправить свою ситуацию. Он это понимает. Иисус говорит, что человек, нищий духом, будет благословен. Это человек, который осознает, что своими силами он не может сделать ничего, чтобы его дух был в правильном положении перед Богом. Это важная вещь, которую нужно понять. Мы должны проживать ее как следует. Бог говорит, настоящая радость не придет от невероятного успеха. Она приходит, когда мы осознаем в себе, в своем духе, что мы не можем ничего сделать, чтобы исправить свою ситуацию. Я духовный банкрот. Я не могу ничего сделать сам, чтобы исправить тот факт, что я разбитый человек. Реальность такова, что в моей жизни есть проблемы. Есть грех, который пытается запутать меня. Я борюсь с неуверенностью, ложью врага. И у меня самого не хватает сил или способности, чтобы исправить это. Я должен признать, что не могу сделать этого своими силами. Мне нужно положиться на Дух Божий. Положиться на Него — это не какое-то ложное чувство смирения. Я осознаю, что внутри меня нет ничего. Мы видим обратное в религии. Это одна из тех проблем, с которой мы боремся сейчас. Мы пытаемся понять, что значит быть последователем Христа. Это когда люди ведут себя так, словно у них все схвачено, словно они супердуховные существа, у которых есть тайный путь к пониманию себя. Иногда мы видим надменность, но Бог не выступает на стороне надменных. В Евангелии от Луки, 18 главе с 10 по 14 стих, рассказывается о двух людях, которые молились Богу. Эти два человека пришли в храм. Сказано, что два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисеем, а другой сборщиком налогов, мытарем. Фарисей стоял и молился, говоря: «Боже, спасибо, что я не такой, как другие. Спасибо, что я не такой, как грабители и злодеи, прелюбодеи и мытари. Я пощусь. Даю десятину от всего, что получаю». Этот человек стоял
говорил о том, насколько он хорош и прекрасен. Иисус сравнивает его с мытарем, который стоял на расстоянии. Он боялся поднять голову к небесам. Он бил себя в грудь и говорил: «Боже, смилуйся надо мной. Я грешник». Иисус сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисеи знали правила. Они проецировали почтение, проецировали закон. Но на самом деле они не воплощали их, не следовали им на самом деле. Иисус показывает в первом фрагменте «блаженны нищие духом», что наше положение для правильной жизни перед Богом, наше отделение для Бога, должно базироваться на смирении. Мы должны приходить к Богу и говорить: «Боже, сам по себе я разбит, я ничто. Ты нужен мне». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих, говорит нам отрезвляющие слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Задумайтесь над этим. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Можем ли мы спросить себя, когда рассматриваем свою ленту в сетях, были ли мы гордыми или смиренными? Были ли мы людьми, которые говорят: «У меня есть на все ответы»? Или мы говорили: «Я разбит, и у меня нет всех ответов. Мне нужен Иисус. Я смогу сделать с этим что-то лишь тогда, когда я обращусь к Господу и скажу: «Боже, ты нужен мне». Иисус начинает свое учение с этой картины. У нас должно быть реалистичное понимание того, кто мы. Мы не те удивительные люди, которыми считаем себя. Да, вы усердно трудитесь. Да, вы делаете чудесные вещи. Да, вы ходили в школу, получили диплом, работу, семью. Вы усердно трудитесь над тем, чтобы быть хорошим отцом, матерью или учеником. Но Библия говорит, что мы должны посмотреть на себя. А внутри мы — разбитые, падшие люди. Мы бедные. Мы нищие духовно. Мы не можем ничего поделать с этим сами. Мы должны отдать свои жизни Христу и попросить Его прийти в нашу жизнь, простить и освободить нас. Вот что так чудесно. Блаженны нищие духом. Благословен тот, кто осознает, что не может сделать все сам, потому что он наследует Царство Божие. Отдав себя, я наследую полноту Божьего Царства. Напишите мне, пожалуйста, аминь в чате. Я не могу сделать этого сам, но с Богом все возможно. Напишите в чате на это аминь. Аминь. Я разбит, но я исцелен благодаря силе Иисуса. Напишите в чате: «Да, я совершал ошибки, но Бог освободил меня». А вот что провозглашается здесь. «Я разбитый человек, и мне нужен Иисус». Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. Он говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вы задумывались над этим? Блаженны плачущие? Но я не хочу плакать. Я не хочу скорбить. Я не хочу переживать грусть. Я хочу радости. Иисус говорит, что мы получим внутреннюю радость, когда будем проходить через плач. И вот о чем Он говорит. Ранее мы увидели, что в нас нет способности исправить ситуацию. Не знаю, бывали у вас такие моменты, когда вы сталкивались со своим грехом. Наверняка бывали. У меня было. У меня были такие моменты, когда я смотрел на результаты своего греха и видел, какую боль и какие разрушения он принес в мою жизнь. И когда я увидел это, то перешел к периоду скорби, грусти и плача. Во втором послании к Коринфянам, 7 главе, 10 стихе сказано: «Ибо печаль ради Бога производит покаяние». Причем ко спасению, и не оставляет сожаления. Надеюсь, вы поняли. Я переживал моменты конфронтации с грехом, с греховной реальностью. Это приводило меня в состояние глубокой печали.
Мне не нравилось то, кем я был. И в моменты такой печали, в моменты страдания, в моменты признания моей разбитости, я ощущал побуждение к покаянию. И в покаянии Бог встречался со мной, прощал меня, приносил свободу в мою жизнь, чтобы я больше не жил в сожалении о грехе. Этот грех был забыт, а я освобожден. Меня больше не определяет эта разбитость. И тот грех, что я совершил, теперь меня определяет присутствие Божие. Послушайте меня, друзья. Это важно. Многие из нас живут, думая, если бы люди знали, кто я, если бы люди знали, о чем я думаю, если бы люди знали, что я сделал 5 лет назад, если бы люди знали, как я наломал дров и разрушил свой брак, если бы люди знали, насколько я был разбит, если бы они знали, то не хотели бы иметь со мной ничего общего. Мы стыдимся нашей разбитости и наших ошибок. Мы пытаемся спрятать их, похоронить их, и прикидываемся, пока это не станет правдой. Но на самом деле Бог говорит, что нам нужно время для скорби. Мы должны посмотреть на свою разбитость и не позволить ей поместить нас в положение стыда, где мы скрываем все. Мы должны позволить ей привести нас к покаянию, чтобы мы предстали перед Царем Царей и Господом Господ и сказали: «Боже, я сожалею о том, что сделал. Я сожалею о том, как вел себя. Боже, мне стыдно за мои ошибки и за то, что я делал. Боже, я знаю, что не могу сделать ничего своими силами. Но я прошу, чтобы Ты пришел ко мне, простил мне мои грехи, освободил меня от такого мышления и использовал меня». Библия говорит, что когда мы поступаем так, Бог приходит, Он освобождает нас от власти греха. Он разрушает оковы, которые сдерживали нас, контролировали нас. Он установит новый порядок в нашем разуме, новое мышление, в котором мы будем пленять всякую мысль и отдавать ее Ему. Он провозгласит над нами жизнь. Он простит нас, даст нам силу и наполнит нас. Несколько лет назад я показал одну иллюстрацию. Это было еще во времена, когда мы могли собираться вместе. У меня был старый глиняный горшок для цветов. Со временем в нем появилось множество трещин и сколов. В нем было так много трещин, что я больше не мог пользоваться им. По правде говоря, когда я засыпал землю в этот горшок, она не оставалась в нем. А если я поливал растением, то вода также вымывала землю и уходила с ней. Где бы мы ни ставили его, он всегда тек. Это был бесполезный горшок для меня. Он был поврежден. Но я взял этот поврежденный горшок и показал все его сколы и проблемы, которые были у него. Я взял лампочку. Она была примером сути Бога. Он свет миру. Я взял этот свет и поместил его в горшок. Я поставил горшок на лампу. И из всех этих трещин и отверстий, которые делали горшок бесполезным, начал литься свет. Это был пример следующей картины. То, что мы с вами считаем повреждением, чем-то ужасным, что приводит нас к скорби, нам грустно от того, что мы делали это. Нам кажется, что эти вещи сделали нас бесполезными. Бог по своей благодати и милости на самом деле желает излить свой свет через эти трещины, использовать их, чтобы другие увидели вашу разбитость, увидели вашу победу, ваше исцеление и сказали: «Если Бог может сделать это для Него, то, возможно,
Он может сделать что-то и для меня? Итак, люди, которые плачут, благословен. Задумайтесь над этим. Бог говорит, что если мы будем плакать о своей разбитости, будем обращаться к Нему, то Он изольет на нас Свой Дух, и мы будем ходить в настоящей радости внутри. Мы будем становиться теми, кем Бог призвал нас быть. И последний стих на сегодня — это Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих. Я очень хотел пропустить его. Мне не хотелось говорить о нем, потому что мне тяжело говорить об этом, будучи лидером с такой личностью. Там сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Я прекрасно знаю, что никто из зрителей не использовал бы слово «кроткие» для описания меня. Я знаю, и ничего, вы не раните мои чувства. Не пишите этого в чате. Никто не назовет меня кротким человеком. Я это понимаю. Я как бык в посудной лавке. Я говорю так, вот что мы сделаем. Мы пройдем через это. Я выбью пару дверей, и все будет. Я буду сильным лидером. Ну да, я такой. Мне не нравится слово «кроткий», особенно когда я посмотрел его в оригинале. Я думал, что там может быть что-то, что даст мне какую-то свободу. Возможно, в оригинале у «кроткого» другое значение на греческом. Это не помогло. Стало лишь хуже. В оригинале это слово используется для описания обуздания жеребца. Но это-то я принимаю. Я могу быть жеребцом. Итак, обуздание жеребца. Это когда лошади управляют с помощью маленькой штучки в ее рту. Лошади приходится подчиняться власти, стоящей над ней. А вот что такое кротость. Это сила под ограничением. Я думаю об этом так. Я представляю себе огромный самолет. Я проповедовал по всему миру и летал в разные места. Я представляю себе самолет. Самолет обладает силой, чтобы лететь со скоростью в несколько сотен миль в час в воздухе. Но когда он выезжает на взлетную полосу, он движется со скоростью 8 километров в час. Я всегда поражался тому, какая это кротость. Он обладает невероятной силой в своих двигателях и при этом так медленно движется по полосе. Он отдает свою силу высшей власти. Я понимаю, что кротость — это не значит быть слабаком, о которого всегда вытирают ноги. Кротость — это способность быть мужчиной или женщиной, наполненной Духом Святым, божественной силой и властью, и при этом отдавать свои желания, чтобы позволить Богу явиться. Это трудно. Подчинение Божьей воле и планам, когда ты не видишь в этом смысла, мы говорим: «Боже, у меня есть план, цель». Я усердно трудился, чтобы получить эти деньги. Я хочу использовать их так, как мне нужно. Я хочу сделать вот это, купить вон то, обеспечить будущее, вложить их. А Бог говорит: «Нет-нет, я хочу, чтобы ты подчинился моей власти в вопросе использования денег. Я хочу, чтобы ты отдал их мне и использовал их благочестиво». А как насчет отношений? Мы говорим: «Вот та девушка, на которой я хочу жениться. Вот кто мне нужен». И это будет чудесно. А Бог говорит: «О, нет. Этот человек не для тебя. Я хочу, чтобы ты закончил эти отношения». Что? Но я выбираю повиновение Богу. Я говорю: «Боже, это твоя воля. Я подчиняюсь твоей власти. Возможно, я иначе смотрю на это и хочу сделать это иначе. Я не говорю вам, чтобы вы использовали подобные слова, чтобы закончить отношения. Бог сказал мне так. Это будет некрасиво. Скажите: «Боже, если это не то, чего ты хочешь, то хоть все в моем разрушенном сосуде, в моем разуме желает этого, я, как жеребец, позволю уздам взять меня под контроль.
Я скажу: «Боже, я сдаюсь под Твою власть». Итак, деньги, свидание. А как насчет того, когда мы боремся за то, что заслуживаем? Как насчет тех моментов, когда мы говорим: «Нет, я заслуживаю справедливости в этой ситуации. Моя конституция и хартия свобод требуют того, чтобы я получил это». А Бог говорит: «Да, но это не соответствует моему плану на твою жизнь». Мы говорим: «У меня есть законное право. У меня есть право обидеться. Я слышал, как говорили плохие слова, как делали плохие дела. Есть жестокие злые вещи, которые люди делают друг другу». И Бог говорит: «О, да, ты имеешь право обидеться, но эта обида должна потеряться на кресте, когда ты отдал мне право на нее». Мы должны выбрать любовь, а не хождение с обидой. Друзья, я говорил вам, что это мне не нравится. Это не весело. Это серьезно. И мы говорим: «Я разбит и ничего не могу сделать своими силами. С этим я могу жить». Мы говорили о том, что когда мы признаем свою разбитость, то это приносит печаль в сердце. Бог использует ее для того, чтобы наполнить меня и дать Его Царство. Ну а теперь мы переходим не к самому простому и приятному моменту. После того, как я сделал все это, я должен отдать свою жизнь Иисусу. Я должен взять эту страсть, власть, силу и сложить у ног Иисуса. Я должен сказать: «Боже, хоть у меня есть право на обиду, на месть, на то, чтобы не звонить, чтобы исключить этого человека из своей жизни, так как ты призвал меня любить других, я дам это право тебе. Я буду следовать твоему лидерству. Я буду находиться под твоей властью. И я провозглашу тебя Господом». Это ключевой разговор. Это выше красивого освящения в церкви, радости и веселья. Это выше хорошие команды поклонения. Это выше теплых чувств, когда мы молимся и переживаем Бога. Это выше всех обетований Божиих, которые «да» и «аминь». Это реальные вещи, которые Иисус обсуждал со своими учениками. Сказано, что после этого многие ушли. Фактически, Он сказал им: «Если вы хотите быть с Моим последователем, то должны признать, что вы разбиты, что не можете сделать ничего своими силами. Это должно привести вас к покаянию. А после этого вы приходите к точке подчинения Христу, провозглашение Его Господом своей жизни. Он сидит на престоле». А вот что на самом деле означает идти против культуры. Вот где люди видят наши отличия от других. Ведь вместо того, чтобы отвечать во гневе, мы отвечаем в благодати и любви. Вместо того, чтобы отвечать в ненависти, мы отвечаем в любви. Вместо того, чтобы отвечать с болью, мы отвечаем с надеждой. Мы отдаем наши права и говорим: «Боже, я отдаю себя Тебе и Твоим путям. Я полагаюсь на Тебя». Библия говорит: «Благословен человек, который поступает так, потому что он наследует землю». Друзья, нам придется остановиться, потому что я уже вылез за временные рамки. Но мы не рассмотрели еще множество моментов. Каждый из этих пунктов мог сам стать темой проповеди. На самом деле, это должна была получиться проповедь на 2 недели. А сейчас я даже не представляю, когда мы закончим. Мы просто движемся дальше, читаем Евангелие от Матфея, 5 главу. Я даже не вспоминал о 6 и 7 главе, продолжении цикла проповеди Иисуса. Мы изучаем только 5 главу. Мы видим идеи и концепции, которые идут вразрез с представлением культуры. Они ставят мир вверх ногами и нас также. Но если мы как церковь действительно разберемся с тем,
что мы только что прочитали. Пока что мы рассмотрели лишь стихи с 1 по 5. Если мы действительно будем изучать эти стихи, Бог начнет показывать нам нечто особенное. Это может быть что-то о нас. Эти вещи помогут нам лучше понять, кто мы, кто Христос и что означает на самом деле жить для Него. Надеюсь, вам понравился этот разбор. Мы дошли лишь до 5 стиха. У нас осталось еще 48 стихов, но мы пройдем их. Я знаю, что мы можем принять решение разобраться в этом, не просто слушать проповеди, не просто смотреть что-то на YouTube. Мы должны изучать эти слова, пережевывать их. Библия говорит, чтобы мы проживали, чтобы они попали внутрь. Это изменит нашу суть и тех, с кем мы общаемся. Это изменит ситуацию для Царства Божьего и Иисуса. А вот когда моя жизнь оживает, я оставляю то, что естественно для меня и моей жизни, чтобы являть Евангелие Иисуса Христа. Если вы смотрели нас все это время, но у вас нет личных отношений с Иисусом Христом, то я хочу сказать вам, не упустите эту возможность. Вы можете обратиться к Нему в любое время, но сейчас Бог обращается к вам. Вы понимаете, о чем говорилось в первых стихах этой главы? Понимаете, что не можете изменить свою духовную суть, что вам нужен кто-то, кто придет извне, и это личность Иисус. И тогда вы говорите, «Боже, я готов сказать, моя жизнь разбита, она погрязла во грехе, я хочу покаяться в этом. Я прошу Тебя прийти и простить меня. Я готов отдать свою жизнь Тебе». Если вы примете такое решение и попросите Бога сделать это, то Он встретится с вами, где бы вы ни были. Мы, как церковь, будем рады связаться с вами и помочь вам. Если вы смотрите нас в интернете, нажмите «Поднять руку для Иисуса». Возможно, вы напишете «Я хочу помолиться». Один из наших пастырей свяжется с вами. Если вы смотрите нас на Фейсбуке, то сообщите нам, что сегодня вы выбрали Иисуса. Напишите в комментарии об этом. Если вы смотрите нас на YouTube, то также можете написать нам в комментариях. Я также хочу напомнить, что вы можете прийти на нашу вечеринку просмотра. У нас есть онлайн-вечеринка просмотра, которая проходит после трансляции. А если вы смотрите нас по телевизору, то можете написать нам и рассказать, что сделали выбор в пользу Иисуса. Это важно по двум причинам. Во-первых, если вы скажете кому-то, то укрепитесь в этом своем уме. Во-вторых, мы хотим дать вам ресурсы, которые помогут вам научиться жить для Иисуса. Я молюсь о том, чтобы вы увидели, как движется Бог. Не игнорируйте покаяние. Не игнорируйте подчинение. Я молюсь о том, чтобы вы пережили полноту во Христе. Пусть Бог благословит вас. Не игнорируйте Его. Для тебя не имеет значения, кем мы считаем себя. Разве не чудесно, что, несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас? Он определяет, кто мы.